Всем добрый вечер. Мы идем в садик с Оксаной и с Машей. В садик идем за Мариночкой, за Ваней. У нас опять снег нападал среди еще. Это ужас какой-то. Муж сходил на работу, воды набрал, чтобы мне не покупать лишний раз. Сходил у себя на работе, взял. Маша спряталась. Ладно, идем в садик. Да, песок, земля. Песок. Ходячий. Выходи. И звонила мне соседка, говорит, ей позвонили с водоканала. Куда Оксана пошла? И спрашивают, как, говорит, можно к вам прийти разморозить? А как вы разморозите два дома, если вот это вот, смотрите, ребята, вот эта вот вся улица, вот до того каменного дома, все без воды сидят. Все вот эти вот все дома без воды сидят. Как только нашего дома разморозить? Странные такие. Но мне никто не звонил. Соседки мои именно позвонили почему-то. Хотя с заявлением только я пришла к ним. Остальные все просто звонили, а я ходила, заявление писала. Ну ладно, что теперь? Лишь бы что-то сделали. Ладно, идем в садик с девчонками забирать Ваню с Мариной. Маринин рисунок несем. Там надо было нарисовать, кем Марина хочет быть. Она нарисовала скорую. Она сказала, что она хочет быть. Ну-ка, Маш, держи. Врачом. Да, врачом. Заверни обратно рисунок. Не порви, аккуратно. Сложи его аккуратно. И идем. Да. Кем ты хочешь быть? Ну, ветеринар, чтобы лечить. Животных? А, чтобы животных лечить. Ну, все понятно. Ладно, идем в садик. Это дети засняли, как наша киса сидела возле телевизора и намывалась. А мы в это время смотрели кино. Ну, очень смешная Василиска у нас. И вот любит она вот так вот сидеть там и умываться, намываться. Ну, конечно, смешно. Даже вон Марина сейчас смотрит и смеется, как наша киса любит сидеть. Видите, в какой позе она сидит? Посмейтесь вместе с нами. Ура, ребята, нам привезли воду. Мужчинам спасибо огромное, которые привезли. Надеюсь, смотрят меня. Молодцы. И соседям всем сразу сказала, чтобы сходили, набрали соседку. У меня прибежали с ведрами тоже. У меня мужики мои натаскали воду. Везде запас сделали. Сейчас послезавтра привезут. Не, могли завтра, но я говорю, нам на завтра уже хватит. Послезавтра потом привезете воду. Я очень рада. Да? Пазлы пошел собирать? Вообще не интересно, там, по-моему, да? Пазлов нету. А, ну понятно. Так что мы пока с водой. Порадуйтесь вместе с нами. Я очень рада. Я сейчас монтирую видео, которое уже вы, наверное, посмотрели. Просто его. И сразу записываю то, что вот воду привезли. А я сижу, монтирую, смотрю, это мужчина идет. Я вышла, он говорит, водичку привезли. Я говорю, ой, как хорошо, мы без воды как раз сидим. И вот так вот. Так что мы теперь с водой. Спасибо огромное мужчинам, которые развозят. Двое мужчин там развозят воду. По всей улице всем заходили они, всем завозили. Я рада. Спасибо огромное. Сейчас лишь бы быстрее разморозили, потому что без воды сидеть, знаете, не постираться, ничего путем очень тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Мы не унываем. Всем желаем всего самого хорошего. Ну, а я буду дальше монтировать. А то я так сбиваюсь и что-нибудь не так сделаю. Дорогие друзья, у нас вечер. Вода в бутылках стоит наполнена. Штатив тут также стоит. Нам привезли воду, как вы знаете. А сейчас я вам покажу, что мне сегодня муж приготовил. Пока я лежала в порядок, можно сказать, приводила. Сейчас покажу и расскажу. Так, открываем кастрюлю. А здесь борщ, самый вкусный у мужа борщ. А я сейчас приготовлю к нему майонез свежий. А также муж сегодня сварил кашу рисово-гречневую. Кто-то пробовал такую? Обязательно попробуйте, очень вкусная. А я сейчас буду готовить домашний майонез, потому что он закончился. Сегодня себя уже получше чувствую, решила я эти таблетки пока не пить.
которые мне назначили от усталости. Ну, вот полдня еще плоховато было, но сейчас уже к вечеру более-менее получше стало. Поэтому пока попробую не пить, посмотрим, как будет. Ладно, сейчас начну доставать все для майонеза. И приготовим с вами домашний майонез. Все, сделала свежий вкусный майонез с лимоном. Детям понравилось больше с лимоном, поэтому стала сейчас делать все с лимоном. С горчицы, то горчицу, лимон, все это добавляю, и вкусно. Даже запах лимона классный. Ладно, сейчас детям наложу супик, что постывало, и пусть кушают. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сейчас накладываю деткам суп. И вот все-таки удивляюсь я сотрудникам водоканала. Они свое время тратят для того, чтобы людям воду привезти. Но они молодцы, мужчины, конечно, активно все это делают. Развозят воду. Я просто кушать хочу ребяткам наложить, чтобы остывало. Суп папа сварил с курицей. Вкусный борщ. А я свежий майонез сделала. Сейчас деток накормлю. Поставила воду греть. Посуду, чтобы помыть. Потом помою посуду. И хочу сегодня достать филе куриное. Завтра перекрутить и сделать. У меня рисово-гречневая каша есть. Наподобие что-то тефтелек таких сделать. Фарш накручу и сделаю. Заготовки, чтобы были. Все, наложила деткам супик. Пусть остывает. И хочу сейчас также пойти перебрать вышивки. Заснять на канал Лук Рукодельниц то, что продавать буду. Ну и в группу выложить тоже. Егорушка молодец, накормил собачку. Тайсона накормил и курей накормил. А ты дом, да, закидывал? И снегом дом закидывал вокруг дома, чтобы не замерзали. С одной стороны, а зачем? Там типа снег тает и... А, чтобы труба не замерзла водяная под воду, когда если разморозят там дальше. Не у нас же здесь замерзла, а там замерзла вода, получается, в начале улицы. И оттуда вот у нас получается, что нету воды. А чтобы разморозить, это надо с того конца начинать с улицы. Но надеюсь, что мужчина быстро разморозит и проблем не будет. Хотя многие сидят уже несколько месяцев без воды. Ну ничего, мы справимся, мы сильные. Спасибо мужчинам, привезли воду, поэтому довольны. Ты, Егорушка, ручки мыть хочешь? Егор стесняется камеры, поэтому я отключаюсь. Всем желаю всего самого хорошего. Сейчас деток накормлю и будем заниматься дальше делами. Надо еще белье с веревки собрать сухое, которое высохло еще до того, как отключили воду. Ну, вставай, вставай. Скажи всем привет. Привет. Да, прибежала, чтобы сказать всем привет. Лохматый уже, с киской вон как дралась. Все лицо исцарапало, да? Ух ты, зопа. И шапку, когда мы одеваемся. Да, когда одевается, она всегда, киса у нее лезет в курточку. Мех, да, отрывает? Да, и шапку. И шапку. Ладно, говори всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока.